эта работа какого-то китайца. Thank you.
Morde Maria, zwei Linien, drei Kreise in der Wüste. Mojave Desert, Kalifornien, USA. Протежи Макса Эрнста. Группа «Гнездо» не дышит в защиту окружающей среды.
на минуту молчания. Да, минута молчания, минута недышания. Я думаю, Алевтина должна тоже прийти скоро к этому использованию рассады. Инсталляция Ханса Хааки. У нас когда водили на экскурсию, у нас возник вообще конфуз такой. Мы подзабыли, что Хааки занимался не только фотографией, но и инсталляциями. У него был, например, куб с конденсатом, который постепенно накапливался там из воздуха. Тут у него водичка пульсирует. Медиаторка заступила за эту линию вот сюда, в центр. Нет, к ней подбежали другие медиаторы, говорят, зачем ты так делаешь, нельзя, нельзя, нельзя. Она говорит, ну, если я не зайду, то тут толпа будет в основном. Негде будут люди находиться. Какая? Ханса Хааки? Ну, наверное, потом, как все сложно в природе, как все пульсирует и меняется, да. Ну, это как кровеносные сосуды, ну, наверное, я не знаю. Видео
о самом большом, как это, короче, это называется ухо Земли. Оно находится где-то в Центральной Америке. Этот объект был предназначен для того, чтобы прослушивать сигналы космоса. Помнишь, нам в Палермо рассказывали об этом? И, по-моему, эта работа и демонстрировалась в Палермо. Просто мы на нее не попали. Вот огромный гигантский радиотелескоп, который слушает сигналы космоса. Вот, и то, что он окружен звуками как бы джунглей, никого не волнует. Все слушают космос и надеются услышать инопланетян. Красивое видео. И попугай по имени Алекс, помнишь? Ну конечно, я тебе о чем говорю. Но нам она показала эту работу в виде уже бумажного каталожика, маленькой книжечки. Мы когда мы туда попали, там была другая выставка. Allora и Clisodilli были до них. Я потом ресерчил это в интернете и использовал это в своей лекции про политботанику. Это небезызвестный Алан Секула и его работа, которая называется, не помню как, по-моему, «Рыбная история». Это либретто к опере. Я думаю, можно взять копию или нет. Это про заражение танкер с нефтью залил море таким образом, что там нарушилась полностью вся жизнь в этом регионе полностью. Видео плохо видно, потому что бликует стекло. Заранее просим прощения за качество съемок. Ура, мы попадем в телевизор. Нас только что сняли. Ура. Ну вот, нефтяная пленка. Все равно я должен сказать, что он показывает эту катастрофу не как типа какой-то шоковый контент, а как-то что ли более деликатно.
нет вот этих вот птиц, которые там подыхают от пленки нефтяной, как обычно бывает в таких экологических шоковых сериях. Занимается шокированием публики, скорее показывает труд людей по ликвидации этой беды. Еще остров, на котором можно жить. Вау. Есть контейнеры с окошечками. Кажется, идет снег. Так, а что здесь сбоку? А, тут нет ничего. Да, тут реально ничего нет. Генеративное искусство. Автономные среды. А, так это не снег, это песок. Любопытно очень.
да, из Москва-реки, и из Волги напоминает чью-то утреннюю мочу. Да, секундочку, и Байкал абсолютно дистиллированная вода. Художница с французского павильона. Лор Право. Такая большая инсталляция на тему глобального потепления. Global warming. Warming написано, естественно, неправильно. Она любит такие фишки. Потепление превратилось в почервленение. Короче, слово червь. Да, тут нифига себе инсталляция. Ну это же искусственные, да? Растения, так сказать. Да, есть живые. Мне представляется, что это все искусственное. Разгромленное жилище и вокруг. Да? Порвался листочек. Ну да, купить. Большой размер работы. Это точно. Джунгли зовут в Белый куб. Ага, да. Так, ну с этим все понятно, идем дальше. Иди. Гараж полностью переиспользовал красивый дизайн, такой футуристический павильон для выставки. Пепперштейна, которая здесь была недавно, 2 месяца, по-моему, назад. Они все оставили как есть. Просто искусство новое напаковали сюда. Ой. Милые мутанты. Слухи, что она использует человеческие волосы.
красная девочка с непонятным существом на руках. Как жаль, что это нельзя потрогать. Интересно, оно трогательное на ощупь или нет? Что там у него торчит тогда? Это кролик Заяц Боб? Почему у этого существа такие губы ботоксные? Музей восковых фигур, мадам Тюссо. Мадам Тюссо сошла с ума, начала делать мутанта. Работа про ген Бога и связанная с этим возможность второго витка фашизма, расизма и так далее. Олег Мавромати расписал с геном. Таким вот а-ля комиксом смешным. Для самых любопытных придумали такой вот механизм, что можно просунуть палец, но не получается, дотянуться не получается. Как ни пытайся, ни с этой стороны, ни с этой стороны не получается. Вот так вот смешно получается. Ой, чуть не сломала инсталляцию. Как у Фомы не получится вложить палец в раны Христовы. Да, кстати, дизайн павильона классный, напоминает космический корабль. Организаторы выставки решили сделать ресайклинг, ход такой. Давайте мы не будем ничего переделывать, зарисайклим то, что есть. Парит зал с такими монохромными работами. Thank you.
тему земли женской. Короче, культ плодорога, все такие вот темы. Но сейчас Google уже все это подчищал, уже ничего такого не найдешь. Помнишь, я на Singularity выкладывал целую подборку, не знаю, фотографии, наверное, 80. Уже такой дичь происходит на Google Street View. Там кто-то кого-то в машине в багажнике везет, кто-то там еще проституцией занимается. Рассказывали на экскурсии, что это автомобиль. В смысле, что тут на
материалы, которые могли Volkswagen. Volkswagen. Круто, да? Это вот материалы, которые используются для создания жука. Thank you.